Привет! Я Надежда Смирнова. А я Антон Бабич. И ты смотришь Бум! Мы знаем много британских и американских групп. Конечно, мы можем назвать и российские группы. Но что мы можем сказать о такой маленькой стране, как Польша? Хорошую музыку играют и там. Именно из Польши наша следующая группа. Indigo 3 была образована в Вроцлаве в 2009 году. Первый сингл они загрузили на MySpace. И уже после некоторого времени им предложили контракт 3 звукозаписывающих студии. Так и началась их большая жизнь как инди-группы. Первый концертный тур они играли вместе с другими европейскими бендами из Швеции и Германии. Сейчас у группы уже свой собственный сольный тур и множество фанатов по всему миру. Следующие ребята тоже из маленькой европейской страны – Словакии. Swan Bright – квинтет. Особую любовь они испытывают к панку, инди и классической музыке. Это им позволяет создавать шумные песни с немного странной, темной лирикой. Группа выпустила 3 альбома, которые получили широкое распространение и хорошие отклики по всей Европе. Часто группа выступает в клубах или на сценах крупных инди-фестивалей. Как они сами говорят, мы делаем все возможное, чтобы заразить людей своей энергетикой. И сейчас мы в этом убедимся. Другая группа Bestside родом из Квинса. Группа была основана зимой 2000 года. С момента основания группа выпустила 5 альбомов и стала весьма популярной как панк-группа. Уже после 3 лет существования они подписали контракт с крупным лейблом. Постоянный участник группы Энтони Рангьери. Именно его голосом звучит Bestside. В 2003 году к группе присоединился Джек Оши. В настоящее время с ними играют еще и Ник Чонбарин и Крис Гульема. С 2011 года Энтони и Ник создали радиопередачу, в которой они обсуждают новости панка. Почти у каждого в кармане есть гаджет, а с ним и подключение к интернету. Мы сделали топ-5 приложений, которые смогут быть вам полезны. На 5-м месте в нашем списке автоматический сортировщик Flavor. Он позволяет автоматически рассортировать фотографии по дате и времени, что вам существенно сэкономит время при поиске нужного фото или при выгрузке их на компьютер. На 4-м месте нашего списка приложение Vine от разработчика Twitter. С помощью этого приложения ты сможешь снимать короткие видеоролики длиною 6 секунд. В какой-то мере они похожи на известные уже всем гифки. Почетное 3-е место нашего списка занимает Foursquare. В этом приложении ты можешь делать чекины, узнавать, где находятся твои друзья, а также ты можешь осуществлять поиск хороших мест, чтобы прогуляться или узнать, где в данный момент проходит что-то интересное. Серебро получает приложение Free Wi-Fi Finder. Если у вас нет под рукой интернета, а срочно нужно проверить почту или отправить письмо, тогда это приложение поможет тебе найти точку бесплатного Wi-Fi. Ну и на 1-м месте у нас Viber. Это хороший аналог Skype. Тебе нужно лишь подключение к интернету, и тебе доступны бесплатные звонки и сообщения пользователям Viber. К тому же это приложение можно устанавливать как на Apple устройство, так и на Android. А с последним обновлением приложения его также стало возможно устанавливать и на компьютер. А для поддержания постоянно стабильной высокой скорости тебе поможет провайдер Pulse безлимитный интернет.
Wow. Кристина Литтен рисует иллюстрации для различных изданий. Ее работа дышит спокойствием и умиротворением. Часто она использует пастельные тона, детские фантазии и легкую наивность. Часто она рисует иллюстрации для детских книг, которые сама и пишет. Такая книга, как «Куры не видят ночью», получила очень высокие отзывы в Европе. Закончила Кристина Эдинбургский колледж искусств. Сейчас она живет и работает в Йоркшире. Она переняла технику таких великих иллюстраторов, как Йозеф Сесик и Марк Ботевант. Другой иллюстратор Антон ван Хеттербанк родом из Бельгии. Он создавал работы для таких известных изданий, как New York Times и Magazine. Все детство он прожил возле крупного порта, что оставило на его работах очень большой отпечаток. Недавно вышел его первый личный проект – книга воспоминаний о загородной утопии. Изображая сюрреалистический пригород, он создавал воображаемый мир. Замысловатые детали, приправленные интересными фактами. Эти иллюстрации можно рассматривать бесконечно долго. Wow. В 2012 году эта лента была номинирована на «Оскар» как лучший фильм. «Звери Дикого Юга» – дебютный проект американского режиссера Беза Зайтлина. Только на американских кинопросмотрах картина собрала в 6 раз больше, чем он потратил на съемки фильма. Хашпапи живет со своим отцом на небольшом острове, неподалеку от Луизианы. Этот остров лишен многих благ, и однажды неприятное сочетание обстоятельств лишает возможности всем жителям дальше продолжать пребывание на излюбленном ими месте. «Звери Дикого Юга» – удивительная смесь жестокости, счастья, ненависти и красоты. Фильм собрал немало хороших отзывов. Барак Обама, президент США, в интервью журналу People назвал этот фильм захватывающим. Кроме того, кинолента попала в список лучших фильмов 21 века. Wow. Смотри только хорошие фильмы. Слушай только хорошую музыку. Пока! Wow.